И всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам джунглевый текстурпак для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного текстурпака в нашем мире меняются все блоки, в том числе меняется и сам мир. Как видите, в нашем мире изменилась трава, то есть она стала очень довольно красивой. Также изменились все блоки. Примерно наша дверь стала выглядеть примерно вот так. С лианой внутри, это довольно странно. Изменился камень, изменилось дерево, изменилась даже лестница. Изменилось также и стекло, в том числе и стеклянная панель. Это выглядит все круто и забавно. Теперь у нас вот так будет выглядеть храм. Вот, как видите, если вы знаете, то вы, если вы помните, на моей карте расположены все натуральные постройки, поэтому так у вас будет выглядеть вся деревня и весь храм, и все вещи. Но, к сожалению, в этом текстурпаке перепутали мобов. Угадайте, кто это? А это у нас житель. А должен быть, угадайте, кто? А должен быть у нас свинозомби. Да, как я сказал, перепутали, к сожалению, текстуру яиц. Это у нас такой красивый меч. Это на самом деле у нас железный меч. Довольно прикольно выглядит, как мачете. Это у нас удочка, и это у нас лук. Тоже прикольно выглядит. В том числе у него изменили и стрелы, которыми он стреляет. Вот так теперь у вас выглядят блоки в режиме креатива. Все довольно прикольно пририсовано, но, к сожалению, один баг или минус этого текстурпака, то, что они перепутали текстуру яиц мобов. Ну, надеюсь, это все исправит. Вот так у вас, кстати, будет теперь вообще выглядеть инвентарь в режиме выживания. Ну, все довольно прикольно пририсовано. Сказать больше нечего. Привет. Кстати, у нас жители становятся какими-то разбойниками, то есть пиратами, да. Вот так и у вас теперь тоже будет выглядеть дом ведьмы. Какой-то странный домик наркоманский. Почему-то доски заменились. Из черных досок они стали почему-то белыми или березовыми. Ну, это все у нас странно выглядит. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.